Ну все, бибионы. До новых встреч. Итак, мы снова в Австрии. Мы на заправке. Заправили машинку. Бензин, правда, блин, дорогой нафиг. Вот на такой заправочке бензин жутко дорогой. 1 литр обычного супер, ну, 95-го бензина, обходится, ну, 2,37. Вот такие вот дела. Но заправляться надо, потому что машину толкать потом домой что-то руками не особо. Вот так вот. Сейчас отдохнем и поедем дальше. Да, вот какие они хитрые. 2,37, ну, грубо говоря, 2,38 это супер плюс, а обычный супер, которого тут нету нафиг, 2,15. Ну ладно, фиг с ним, поехали дальше. Потеряли мы сейчас, можно сказать, почти целый час на пробках в Австрии. Вроде бы рабочий день, выезжали, думали, не суббота и пробок не будет нифига, так как мы ехали во вторник в Италию. Вообще идеально было, нормально проехали, хорошо, ни единого раза нигде не в пробках. А тут в начале Австрии мы стали, была пробка из-за строительства, там вот эти вот горные участки, там проехать тяжело. И сейчас пробка, вот мы уже полчаса в этой пробке катимся. Мимо нас сейчас пролетела вот эта вот австрийская эта полиция, которая на автобане. Видно, где-то кто-то кого-то тюхнул. Ну ничего, это называется, так, это называется, блин, по-немецки, блин, вялотекущий трафик на автобане. Сейчас у нас, да, сейчас у нас 3 часа дня. Мы в пути уже, вот если считать эти пробки, то мы в пути 5 часов. Мы выехали ровно в 10, ну там без 5-10. Выехали вот так вот в 10. В начале Австрии мы остановились, заправили машину, отдохнули минут 15, там 20. И потом поехали дальше. И вот сейчас мы, нам до Мюнхена километров 110, кажется, осталось. Ну, можно сказать, мы практически уже почти у самой границы. Но если бы не эта пробка, то мы бы уже были в Германии. Ну ладно, вот она машина где-то остановилась. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Пока пробка относительно вялая. Бывало хуже, что мы могли остановиться и стоять там по 10, по 20 минут, просто стоять и даже никуда не двигаться. Ну вот сейчас едем. Ничего, едем нормально. Ну хоть нормально, блин, отпуск прошел, елки-палки. Солнце светило, блин, все дни. Мы когда во вторник приехали, блин, это был день после грозы, после волнения на море. Солнце только-только начинало выходить из-за туч. Море было чуть-чуть прохладное, волны были. Все дни потом было солнце, было жара, было дико классно, офигительно. А вот сегодня уезжать, все небо в Италии затянуло облаками, тучами. Италия, наверное, не хотела с нами прощаться. И вот мы сейчас едем, на улице плюс 27. Здесь в Австрии сейчас тоже тучки. Кстати, мы только въехали в Австрию, когда заплатили за пользование этим австрийским автобаном, попали в дождь. Сначала был маленький, потом ливануло конкретно. И километров через 70 где-то в горах, буквально вот даже не успел я среагировать, взять сотовый телефон, заснять. Снег пошел. Был снег. Ну, что уже сделаешь? Не успел я заснять снег. Летом в августе снег шел в горах чуть-чуть, одну минуту. Мы просто попали на это дело. Ну, а вот сейчас вот так вот едем. Так, ладно, давайте мы сейчас тоже вот сюда свернем. В общем, увидимся на канале. Всем пока!